Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И я сейчас в кабинете новичка, который в прошлом каталоге, в каталог регистрации сделал 127 баллов личного заказа. И давайте же посмотрим, что ему положено и что же я на вашем месте стала бы рассказывать своим новичкам, которые стали в каталог регистрации настоящими VIP-консультантами. Да? То есть у нас с вами сейчас идет последний каталог, уже завершен в этом году. И, конечно же, новичок сейчас получит массу привилегий. Во-первых, конечно же, он сразу же получит свой лендинг сайта, да, сайт, то есть обязательно, да, то есть расскажите новичку, что ему положен свой собственный сайт от проекта, обязательно ему выдайте этот сайт, да, то есть также этот новичок идет VIP-консультант, поэтому ему придет поздравление на почту. И также новичок имеет объемную скидку. Давайте же зайдем в личный кабинет в раздел «Мой счет». Так как он сделал заказ более 100 баллов, то ему начислилась объемная скидка за его личный заказ, так как он вышел на 3%, 228 рублей. Да, то есть 228 рублей новичок получил обратно за свой заказ объемной скидкой по 3%. Да? То есть, как, а что это обозначает? Да? То есть, он сделал заказ на 127,14 баллов, и мы их умножаем на валюту нашей страны, и балл на выплату по валюте нашей страны, и умножаем на 0,03. И у нас с вами получается, вот новичок получил вот эти вот денежки на свой расчетный счет в личный кабинет. Да? Также новичок выполнил первый шаг стартовой программы, и также новичку начислились 127 бонусов по накопительной программе Faberlic Club, и также новичок по VIP-привилегиям, а их можно узнать вот тут вот, да, то есть акции и программы. В самом низу открываем и смотрим. Открываем и смотрим, да, то есть и так, что это за крестик, да, и получается, что новичок по VIP-программе с уровня VIP-1, да, уже может сейчас пройти тренинг на сайте и получать контакты от компании, то есть регистрация от компании. Очень важно сейчас пройти тренинг, выставить настроечки в кабинете, да, и, конечно же, самое важное – это то, что новичок также может получить один продукт с 70% скидочкой, да, от черной цены каталога. Далее, значит, 50% скидка на 10 любых пробников, это в разделе промо-акции, да, там, ну, суммарно, там пробников 50, наверное, будет, да, и 50% скидка на 10 каталогов следующего периода, то есть периода номер 1, вот. Далее, значит, участие идет в распределении VIP-контактов, про которые мы можем узнать подробнее здесь. Я вам сейчас это окошечко открою. Тут написано, в принципе, мало, и вы это можете почитать. Да, то есть обязательно нужно пройти онлайн-тренинг, и обязательно после того, как вы пройдете онлайн-тренинг, поставьте на паузу это, почитайте, всем с VIP-1, нужно еще и в личном кабинете в разделе настройки настроить, что да, я хочу получать контакты от компании, обязательно поставить галочки, да, то есть нажимаем личный кабинет, нажимаем сейчас таки с вами личные данные. В личных данных у нас с вами есть кнопочка «Настройка». Да, то есть вот видите даты регистрации 10.12.2017. Да, то есть новичок с огромным трудом делал этот заказ в последний день висячего каталога. Да, то есть каталог очень сильно вис. Да. Вот, да, да, то есть тут можно поставить галочку, запретить кому, кроме меня, делать заказы на мой номер консультанта, да, то есть иногда менеджеры агентских пунктов могут это сделать за вас, не знаю по каким причинам. Далее, значит, можете сами себе придумать кодовое слово. И далее, значит, я хочу получать контакты потенциальных консультантов, да, то есть и поставите галочку, да, то есть и где живет человек, да, то есть ему уже будет
приходить. Приходить, если он пройдет тренинг, да, то есть на данный момент, да, то есть новичок также может получить свой интернет-магазин, да, как вы понимаете, да, и обязательно, если новичок получает свой интернет-магазин, то нужно ему обязательно вот в разделе сообщества, открою в новой вкладочке, заполнить все личные данные про себя. То есть все данные, которые отображаются в сообществе, у нас с вами и отображаются в интернет-магазине. То есть обязательно надо изменить фотографию профиля, да, поставить любую фотографию. То есть мы нажимаем, ну, я сейчас поставлю какую-нибудь нейтральную свою, чтобы вам было просто видно, что делать нужно, да, то есть изображение выбираем. Я сейчас, может, поставлю какие-нибудь сосенки, березочки и так далее, да, потому что это не мой аккаунт, потом попрошу поменять. Вот, да. Да, ну давайте вот поставлю какую-нибудь такую картиночку, да, то есть вот где вы есть, и нажимаю сохранить. Оно сохраняется. Минимальная допустимая ширина. Ага, нужно, значит, какое-то полноценное фото выбрать, да? Ну давайте попробуем. Получится, не получится. Да, ну вот поставили. Походу мы поставили Доминикану, куда ездили, да, то есть эта фотография у нас осталась. Ну что ж, да, в Доминикане мы отдыхали за счет компании, это здорово и классно, это еще одна привилегия с уровня подтвержденного золотого директора для всех бизнесменов компании Фаберлик, бизнесменов и бизнес-вумен, и бизнес-леди, и так далее. Да, то есть, ну все, мы это все с вами поставили, и сейчас нам с вами надо обязательно заполнить контактных данных, чтобы в интернет-магазине хорошо все отображалось, да, то есть скайп написать, да, свой скайп, страничку ВКонтакте, ссылочку в Одноклассниках, на Facebook и ссылочку на свой лендинг. Обязательно нажимаете сохранить. И у вас интернет-магазин будет показываться очень красиво, да. Вот. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим, о том, какие же привилегии еще положены VIP-консультанту, да, то есть мы сейчас с вами делаем заказ на 10 баллов, да, то есть мы можем с вами через флеш-каталог или через все что угодно, да, сделать заказ. Ну, конечно же, скорее всего, можно заказать вот парфюмерию. Да, может быть, какие-то наборчики, да, тут можно выставлять дороже, дешевле, что очень удобно, да, то есть, вот смотрите, да, то есть заказ надо сделать минимально на 10 баллов, а если новичок хочет идти по стартовой программе, то нужно сделать, если взять цены, в пример, России, то заказ на 2500 рублей минимально. Да, то есть, если хочется сохранять VIP-стаж, чтобы компания под него подписывала людей и чтобы шел VIP-стаж, нужно также сделать 100 баллов, как и в прошлом каталоге, то есть не менее 100 баллов. Ну что ж, давайте мы сейчас с вами посмотрим. Да, то есть я закажу то, что мне хочется, да, к примеру, добавлю это все в корзину. В корзине у нас отобразился один товар. Также можно это сделать через флеш-каталог, полистать, посмотреть, что хочется заказать. Да, но я выбрала проще вариант. Вот. Сейчас, значит, у нас прогружается. Мы с вами попали в корзинку. Нажимаем «Продолжить оформление заказа». И в разделе промо-акции, как вы видите, есть акции каталога, да, то есть если водичка парфюмерная была в каталоге, то мы с вами можем пользоваться данными привилегиями, но про это я в прошлом каталоге, в прошлом видео рассказывала, да, найдите у меня на YouTube-канале видео, что такое промо. Далее, значит, у нас идут акции консультанта, и тут мы забираем стартовую программу шаг 1, итог периода номер 18. Нажимаем выбрать товары, и нам с вами тут список первый, сумка женская цвет синий за 1 рубль, да,
0, за 0,5, да, за 50 копеек. И помада, цвет на выбор, какой вам хочется, да, то есть вот выбираете. Вот, да, к примеру, чувственный розовый, да, и нажимаете «Выбрать». После того, как вы нажали «Выбрать» эти два подарка за рубль, вам нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения». Ну, так, значит, у нас с вами идут первые два подарка. Далее, что мы с вами будем делать? Идут акции распродаж, если хочется, можно их посмотреть, да. Далее у нас с вами идет программа «Фаберлик Клуб». Да, эту программу Фаберлик Клуб вы можете выбирать товары в разделе промо-акции. Да, мы сейчас с вами в разделе промо-акций. Или вы можете выбирать, чтобы, видите, тут так не очень удобно, да, вы можете выбирать вот тут вот в кошелечке, и это все у вас отобразится в дальнейшем в корзине, да, то есть вот таким вот образом. Тут написано, сколько у вас баллов, и вы можете в легкую, ну, давайте я не буду сейчас, да, то есть вот от 15 бонусов, или можно взять 127. Давайте же посмотрим подороже подарочки. За 120 бонусов, да, то есть шикарная парфюмерная вода Lestat тут находится, да, то есть и можно взять, так это уже дороже, да, идет. Ну, давайте с вами листнем назад от 5 до 119 и будем листать, да, давайте возьмем от 15 бонусов, можно даже взять от 25. И вот таким вот образом мы с вами можем выбирать себе подарки. Да, то есть вот отличные салфетки. Я возьму пачечку себе обязательно, очень мне нравится, да. Значит, закрываем. Далее, так, это средство я заказала. Да, то есть тут есть освежители для дома за 25 бонусов, да, то есть вот смотрите, какой широкий ассортимент. Отличные носочки вот тут есть. Да, можно взять, да, то есть, ну, смотрите, выбирайте, да, то есть, что же вам захочется, пока у вас эти бонусы не закончились. Также эти бонусы, можно копить, да, можно копить, если вы делаете каждый каталог заказ. Если вы не делаете каждый каталог заказ, то, к сожалению, бонусы сгорают, и поэтому вам нужно обязательно, вот моя любимая маска, да, к примеру. Таким вот образом, да, вам нужно обязательно бонусы тратить. Вот, иначе они потом у вас сгорают и уже пропадают, и у вас их не будет. Так, насколько я набрала, да, 52 бонуса у меня осталось, и тут уже идут подарки за 30 бонусов. Ну вот, кстати, очень хороший шампунь. Да, можно забрать вот таким вот образом, да. То есть я сейчас взяла не самые дешевые подарки, да. То есть мы с вами понимаем, что на 127 бонусов мы с вами, если будем брать по 15 бонусов, да, подарочки, то мы с вами можем забрать 8 гелей для душа, да. Если мы с вами будем брать масочки для лица, это получается, делим на 5 бонусов, 25 масок для лица мы с вами можем забрать, да. То есть все, что захочется. Хочется, да? Ну и, конечно же, мы с вами были в разделе промо-акции. Это я дело закрываю и перезагружаю страничку, чтобы бонусы у нас отобразились, да? То есть как хотите, можете тут выбирать, можете там выбирать. Ну, я сейчас все оттуда удалила и нажимаю открыть и покажу, как же можно выбрать их тут, да? То есть, в принципе, без разницы. Тут идут списки товаров. Я также помню, что я выбирала продукцию за 25 бонусов. Вот она у меня тут за 25 бонусов. И таким же вот образом я здесь буду листать и выбирать. Да, то есть вот смотрите, ночной крем питания, да, то есть вот оно все то же самое. Контурный карандаш, скраб для тела, да, то есть вот лаки для ногтей, средства по уходу, да, то есть шампуни пошли, да, то есть для кудрявых, краски пошли, вот то же самое, то есть без разницы, там или тут выбирать. Маска вот для возрастных волос мне очень нравится. Так, шампунь у меня есть, да, то есть вот таким вот образом можно выбирать.
То есть вот в кондиционер, да, я выбирала. Далее, значит, что-то я еще брала, забыла. То есть все то же самое, да, как вы видите, кондиционирующий шампунь тот же самый, да. То есть без разницы, как и где вы будете это все набирать. Я нажимаю «Выбрать». И опять очень важно после «Выбрать», да, то есть раз, два, три, четыре, пять. Пять подарков мы забрали по программе «Фаберлик Клуб» под VIP-консультантом. И два подарка мы забрали по программе акция консультанта, да, шаг первый стартовой программы. И сейчас я нажимаю кнопочку «Применить изменения», и они также будут отображаться в накладной. Да. Давайте с вами посмотрим. Вот. Ну, то есть масочка, да, видишь, видите, 0 рублей, влажные салфетки, шампунь, все такое. Ну что ж, поехали с вами далее. Промо для VIP-консультантов. Программа VIP по итогам 18-й кампании. Значит, список открывается долго, поэтому нужно подождать. Ну и вот смотрите, открылось так же, как и в стартовой программе, несколько списков. Первый список очень-очень длинный. Тут его можно листать до бесконечности. Да, тут и кисели, и сорбеты для тела, и парфюмерные воды дорогущие, да, которые можно забрать вообще за копейки, да, и так далее, и так далее, да, то есть, ну, смотрите сами, цены очень-очень. Ну, конечно же, я вам советую брать что-то более-менее дорогое, да, вот можно смотреть на эту цену и знать, что 70% скидкой вам положено. Ну, то есть, вот смотрим, 132, колготки детские, да, всего лишь 132 рубля, а в каталоге они там 300, да, к примеру. И вот таким вот образом можно смотреть, и когда вам захочется, вы уже можете что-то себе выбрать, да. Понятно, что мыло мы брать не будем, мы будем брать что-то подороже, да, что-то такое. Ну и вот, смотрите, парфюмерная вода Platinum, да, к примеру, моя любимая водичка, да, я, к примеру, вот также ее могу взять с скидкой, да, и мы сейчас посмотрим в корзине, сколько же она будет стоить, да, на самом деле. Далее, значит, второй раздел, это идут каталоги, да, которые вы можете забрать, да, то есть тут, видите, идет действующий 19-й, тоже можно взять за полцены, да, но сейчас начало каталога легко можно взять, и также компания номер один. Далее, значит, третье, это пробники туалетных вод, какие бы вы воды хотели, да, то есть это тоже 6, 7, 8, 9, 10, да, вот видите, разрешено к выбору не более 10, значит, надо 10. Оно немножечко подвисает, поэтому надо иногда подождать. Также очень симпатичные такие пробнички, да, идут средства для дома, да, то есть тут идет даже пробник посудомоечной машины. И также вот, да, пятое, также 10 штучек мы с вами можем добавить какой-то декоративной косметики. Причем VIP-консультант может это брать всегда, ежекаталожно. Далее пробники кремов. Ну, тут их, конечно, бывает больше, что-то немножко их стало мало, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, и еще вот парочку взять лишних. Последняя, седьмая вкладочка у нас с вами пробники шампуней. Также можно их выбирать по 10 штучек. Также пробники бальзамов и всего прочего, да, самого интересного. Да, вот это очень хорошо. Я иногда это отдаю своим друзьям, знакомым, чтобы они пробовали и регистрировались в компании Фаберлик. Конечно, подарок, пусть и пробник, это всегда приятно. Мы с вами просмотрели все 7 разделов VIP-консультанта. Теперь нажимаем «Выбрать», и также нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения». Да, вот они все наши с вами пробники. Нажимаем кнопочку «Применить изменения», и они все
перетекут сейчас в накладную. Ну и давайте же посмотрим в накладной, что у нас с вами получается. Да? Мы с вами взяли парфюмерную воду Platinum за 356 рублей по программе VIP. Да, и мы с вами взяли парфюмерную воду Platinum за 740 рублей просто из каталога. Я думаю, разница есть, 70% скидочка чувствуется, да, то есть мы с вами сейчас на данный момент сэкономили 740 минус 356 рублей, мы с вами сэкономили 384 рубля. Грубо говоря, это тоже подарок, да, 300 рублей, почти 400 рублей подарка. Плюс мы с вами видим скидку от каталога 26%, это тоже как бы серьезная такая скидка, да, то есть все, кто делают более 50 баллов на следующий период, получают скидочку на все, кроме одежды, 26%, да, и понятно, что у VIP-консультантов тоже 26%, потому что это уже человек, который делает 100 баллов, да, поэтому, как вы видите, тоже скидочка хорошая. И смотрим с вами далее, да, под итог. Мы взяли кучу пробников, да, на которые мы можем привести людей, которые к нам зарегистрируются, плюс нам вложили купон на зимние скидки в каталоге номер один, да, мы с вами будем брать какой-то продукт один с 50% скидкой на выбор. Далее мы с вами получили в подарок 5 составляющих по программе Faberlic Club вместе с вами добавляли. И у нас вышло в подарок 200 рублей. Да, помните, объемные скидки, которые сейчас пишутся. Сумка женская, помада. Это значит, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 подарков. Плюс мы с вами получили разницу почти 400 рублей, да, ну, сколько-то там было, 384, по-моему, да, и плюс объемная скидка, по-моему, была 220 рублей, да, и у нас с вами получается 7 подарков и 604 рубля, выгоды не считая скидки от цены каталога. Ну вот почему многие, кто регистрируется в компании Faberlic, больше в магазин не ходит, если это есть в Faberlic, да, я думаю, это здорово. Ну и сейчас мы с вами нажимаем «Продолжить оформление заказа». Нажимаем «Продолжить оформление заказа», проматываем это все дело и утверждаем, да, то есть скидка списана 228,85, да, то есть эти денежки вы уже можете списывать за оплату заказа, но если у вас денежек на счету уже больше, чем вы сделали заказ, то у вас списывается только 65% от стоимости заказа. Вот такая вот интересная система. Нажимаю «Утвердить заказ», и мы с вами видим, что у нас с вами заказ сделан на 1763 рубля, а к оплате у нас 1683, то есть объемная скидочка списалась. И тут самое главное быть внимательным этому VIP-консультанту, потому что если он хочет, она хочет, чтобы под нее регистрировали людей, чтобы она всегда имела привилегии, да, по VIP-стажу, чтобы она шла полгода по стартовой программе, чтобы она могла забирать, да, от 20 подарков по программе Faberlic Club, обязательно нужно делать второй раз 100 баллов. Сейчас мы с вами просто забрали привилегии. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. И обязательно, обязательно напишите мне под видео, было ли полезно вам мой рассказ о новоиспеченном VIP-консультанте. И не впечатлены ли вы тем, что компания Faberlic нам с вами простилает такой удобный и классный способ продвижения нашего бизнеса. Наши с вами новички, которые только приходят, они получают очень много привилегий. И если ими всем разом воспользоваться, то такое количество подарков и такие огромные скидки мы с вами не получим ни в одном
магазине. Вы со мной согласны, дорогие коллеги? Ну и еще, конечно же, просьба написать под видео. Может быть, я еще какую-то привилегию забыла, потому что когда меня новичок пустила в свой кабинет, и я начала разбираться, сколько же всего ей положено, я, если честно, была очень удивлена, какая у нас компания Фаберлик щедрая и классная. И почему же у нас идет такой быстрый рост на проекте Фаберлик Онлайн? Да потому что компания Фаберлик нам очень помогает, и мы это ценим. Нам выгода с вами, да, в карьерном росте, а новичку какая выгода, вы представьте, да он ни за что больше после такого крутого второго заказа, ни за что не пойдет больше в магазин, потому что такое бесконечное количество привилегий, как у нас, ну просто нигде не найти. Всем пока-пока, рада была быть вам полезной.